Катапульт. Это первый аттракцион, на который мы купили билеты. Так вот, держи. Называется он... Вальс. Да. С нами сейчас будет кто-то кататься. Девочка. Вот вокруг у нас еще другие аттракционы. Вот моя чувачок позвонил. Давай поехали. Такой аттракцион «Вальс» в городе Гродно. Ой, какой это вообще. Как серьезно. Я такая серьезная.